День металлурга, который вся страна отмечает 21 июля, это особый повод поблагодарить наших лучших специалистов. Одним из таких является начальник цеха энергоснабжения Соликамского магниевого завода Константин Неверов. За вклад в развитие металлургической отрасли в Пермском крае и многолетний добросовестный труд он награжден благодарственным письмом губернатора Пермского края. Здесь меня все устраивает, здесь мне все нравится, здесь я вижу перспективы для себя, для предприятия. Поздравляю, во-первых, весь свой коллектив цеха номер 18. Хоть мы и являемся вспомогательным цехом, но без нас ничего бы этого не было, как и без другого любого цеха. Всех металлургов я поздравляю с праздником. Желаю всем успехов, неиссякаемой энергии, творчества в работе и энтузиазма. За большой личный вклад в развитие промышленности многолетний добросовестный труд особой наградой отмечен Александр Зиберт, заместитель начальника химико-металлургического цеха Соликамского магниевого завода. Ему присвоено почетное звание «Почетный металлург Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». Заветную награду Александру Эрвиновичу вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Почетный металлург, конечно, меня просто огорошил. Я узнал об этом 4 дня назад. Конечно, не поверил сначала. Награда эта, скорее всего, не моя, а нашего коллектива. С помощью всего коллектива вот удалось воплотить мои идеи, наши идеи, нашего коллектива. Хорошее настроение, конечно. Всем здоровья. В Пермском крае чтят вклад рабочих и ветеранов труда в развитие металлургической отрасли и сохранение промышленных традиций. Благодаря развитию металлургии в Прикамье появились города и населенные пункты, ставшие позднее крупными промышленными центрами. Хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд, за вашу работу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, производственных успехов. Хочу пожелать вам, чтобы у вас в семье всегда был покой, порядок, благополучие. Соликамский магниевый завод – рекордсмен в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Поздравляет всех сотрудников лидера магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации с профессиональным праздником Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль ТВ».